когда нарушается вот это условие. То есть здесь вот что происходит. Частные производные допускают вот такие оценки. Если мы здесь берем... Нет полностью гладких функций. То есть некоторые гладкие функции вылезают за пространство высоких. Вылезают. Поскольку ряды, вот такие вот ряды, могут расходиться на гладких функциях. Ой, вот я это, в общем, довольно непонятно. Ответ, да? Ответ непонятный. Пока еще надо просто получить каких-то качественных эффектов на этом совпадении. Но факт несовпадения пространств есть. Да. Вот такой получился оператор. Ну, вот эту часть можно отбросить, она забрасывается. А это действительно сумма частных производных второго порядка по базисным направлениям с коэффициентами, которые есть собственное значение вот этого корреляционного. По мере велика это вопрос. Вы определили его на кольце измеримых множеств, да? А продолжается ли он на все множества? Нет. Можно определить его на всех множествах? Нет, не получится на всех. Да. Это конечно аддитивная мера, она обычно продолжается на все множества. Если продолжать по схеме велика кольцеадоры, получится почему? Ну, поскольку внешняя мера единичного куба равна нулю, где-то я это показывал. По конструкции крататуры я понял. Да, по конструкции крататуры не получается. Ну, и из некоторых, сейчас не припомню точно, из некоторых более общих соображений тоже невозможно иметь трансляционную вариантную меру, определенную на всех возможностях. Теряется, да. Да. Да.